Добрый день, друзья! Сегодня прошиваем такой планшет. Это Lenovo Yoga Tablet 10. Похожую модель мы уже прошивали. Это была Lenovo Yoga Tablet 8. Там моделька B6000 была, это B8000. Вот почему я прошиваю. Тут прошивка идентичная, как тот аппарат, как и этот аппарат. Только тот аппарат у нас был с симочкой, а здесь только флешка, то есть он только Wi-Fi, 3G здесь нету. Здесь интересная вещь по моделям, и это, я не знаю, может быть на коробке что-то написано более-менее. Ну вот моделька B, написано здесь на корпусе, B646, на той было B644. Я как обычно забил прошивка, модель, вот этот номер. И он выдал мне какую-то прошивку, я ее скачиваю. И что-то сомнения какие-то возникли. Пробил, оказывается, это не та совершенно прошивка. Если я вот прошил прошивкой, вот, которая предлагалась вот именно на эти цифры, я бы запорол аппарат. Поэтому вот будьте аккуратны с этим. Вот эта модель... Если написано. На самом деле это модель B8000. Или новый Yoga Tablet 10. Вот. А предлагал он мне тоже на 6000 модельку. Вот сегодня уже аппарат прошит. Все с ним нормально. А диагноз какой был? Вообще глухой, не включается, не заряжается, экран не горит, никаких рекавери, ничего, вообще пусто. Сперва у нас было подозрение, что, возможно, экран. Мастер там разобрал его, посмотрел, все цело, все живо, все чистенько внутри. Не загорается экран, загорается подсветка и все. Вот. Если долго удерживать кнопку включения... Загорается на какое-то время подсветка, все пропадает. Ни на зарядку не реагирует, ни на что вообще не реагирует. Вот. Прошил, все нормально. Все загорелось, все включилось, все начало заряжаться, индикации все пошли. В общем, дело в прошивке. А, да, вот больше после прошивки не буду показывать я экран монитора. И долго болтать больше не будем. Что нужно для прошивки? Ну, как обычно, сам планшет заряженный не менее чем на 50% батарейкой. Вот тут тоже нюанс такой, что если он у вас вот такой, как бы ничего не показывает, неизвестно сколько там заряда, лучше поставьте его на ночь, пусть он заряжается. Иначе, если сядет он во время прошивки, то восстановить его будет крайне сложно. Вот. И при подключении к ПК он должен быть выключенный. И тоже, если на нем не горит экран, он может быть включен. То есть плата может быть запитана. Как в этом случае выключить его? Долгим нажатием кнопки включения ничего не получится. Надо долго держать кнопку включения одновременно с увеличением кнопки громкости вверх. Вы нажимаете обе эти кнопки и слушаете. Как только щелкнул, отпускаете все обе кнопки, значит он выключился. И подключаете. В общем, драйвера он должен определить прелодер. Если прелодер определил, значит он выключенный. Итак, погнали, начинаем прошивать. Ссылочку я вам дам и так далее. Все остальное покажу. Итак, ребята... Прошивки. Вот они, прошивки. Вот ссылочку я вам дам. Под видео найдете ее. Yoga Tablet B8000. Официальные прошивки. Вот смотрите, я прошивал первый, потому что у меня только Wi-Fi. Вот смотрите по названию, есть у меня только Wi-Fi. Ниже такой же модельки с 3G. Прошивка. Я брал первую. Если у вас есть симочка, вставляется еще в аппарат. Такой же Yoga Tablet 10, но с 3G. Берите вот эту прошивку. Ну, вот еще 3G.
Есть прошивки. Ну, в общем, здесь читайте. Какая вам нужна? Я, в общем, брал первую ссылочку. Скачивал. Так. Все, что скачается в папочке, закидываем в корень диска C. Вот она. У меня уже скачана. Здесь есть утилита для прошивки. И сама прошивка. Драйверов здесь нету. Здесь же на форуме, почитайте. Здесь где-то должны быть драйвера. Где-то либо где утилита для прошивки. Где-то, в общем, должны быть драйвера. Либо в самой теме. Да. Вот, драйвера здесь есть. В самой, где тема с прошивкой. В общем, запускаем. После того, как драйвера установили, запускаем Flash Tool. Выбираем свою прошивку. В прошивке вот этот файлик MT6589 Android Scatter. Подгружается прошивка. Здесь смотрим внимательно. Не подгрузился у меня FAQ. Вот, видите, пусто. И галочка не отмечена. Его надо до указать. Одноименный файл. FAQ image. В той же самой прошивке выбираете. И все. Самое главное, все галочки стоп стояли. И да, download with checksum. Отмечаем, чтобы он чексуммы определял. Один конец USB провода вставляете в компьютер. Компьютер, если у вас ПК к задним портам, если у вас ноутбук к портам, но не USB 3.0, должно быть USB 2.0. Планшет выключаем. Про зарядку я вам уже сказал. Сожрет процесс прошивки около 50%. Вот я сейчас выключаю. Чуть подожду, пока экран совсем померкнет. И жму кнопку Firmware Upgrade. Сейчас он чексумы определит. Строки пробегут. А потом подключаем уже выключенный планшет. Не зажимая никаких кнопок. Вот все, видите? Стоит, ждет нас. Просто подключаем планшет к ПК. Вот он определил прелодер. И пошла прошивка. Ну вот и все, ребята. Прошивка завершена. Все отлично. Показывать больше планшет вам не буду. У меня 3G. То есть 3G нету. Смысла дальше мне проверять. То есть он включится, все нормально будет работать. А если у вас есть 3G, то есть симочку вставляете, проверьте еще и мои. Либо на клавиатуре звездочка, решетка, 06, решетка. Либо проверьте через настройки. Вот. Если что, как восстанавливать имейлы на МТК, я вам показывал в предыдущих видео.
Всем удачи, всем пока и хорошего настроения.